Сегодня использование новейших технологических разработок в закрытых компьютерных системах банковских и финансовых учреждений в большинстве государственных учреждений и министерств стали нормой. Однако они способны удовлетворить далеко не все потребности пользователей. P2P Solutions Foundation стремится внедрить использование токенов P2PS этими организациями и структурами, а также поставщиками услуг. Скорость развития токенов P2PS замедлил разрыв, существующий на мировом рынке. Поскольку надежные цифровые продукты и услуги пользуются высоким спросом, P2P Solutions Foundation планирует внедрение инноваций во многие сегменты рынка на глобальном уровне, среди них и небанковские финансовые учреждения.